И всем привет, это у нас следующий видеоролик. Значит, я решил сделать видеообсуждение про The Walking Dead, про все сезоны. Вот, это будет долго, да. На экране ничего не будет происходить, вот, я буду только говорить, вот. Значит, как я познакомился с The Walking Dead? Значит, мне на днюху подарили телефон. Мощный, Honor 8, просто Honor 8. И я такой подумал, если там 29 гигабайт на внутренней памяти, то ее надо чем-то заполнить. И я решил игрушку какую-нибудь большую найти. Зашел в интернет, написал... много, типа, игра, которая весит много. Вот, я нашел The Walking Dead. И такой, думаю, раз там есть слово dead, а по-английски это значит мертвые, то значит это про зомби. Я такой, интересно. Такой, значит, скачал, установил кэш вместе с ПКшкой. Значит, смешно, ПКшка. Ладно. Я, значит, запускаю. И, короче, я тогда, как и сейчас, плохо шарил в английском. И, значит, я такой думаю, чё, кто куда едет, о чем люди разговаривают. Потому что там на английском, а потом понимаю то, что там есть субтитры, и еле успеваю их читать, потому что они мелкие там, вот. И, по сути, машина, когда ехала, и когда она врезалась в этого мертвяка, то она была должна сбить мертвяка, а не сама улететь, как будто бы это там столб стоит, как это нелогично, вот. Я офигевал с графики, то, что там надо отвечать на вопросы, то, что там не как, допустим, в GTA San Andreas, там, где ты бегаешь, гуляешь, вот. Это было летом. И, значит, я начал проходить ее где-то месяцев, полгода назад примерно. Я точно не помню. Я, значит, ее проходил. И знаете, как ее я проходил? Вообще просто шикарно. Допустим, приехали мы на огород. Вот, там я погулял немножко. Потом беру телефон, сажусь в машину. Там пахнет, типа, горячим салоном. Я приоткрываю дверь, сидя в машине. Значит, пахнет там вообще просто шикарно. Обдувает с левой стороны открытой дверью. С открытой двери там, короче, холодным воздухом. Вот. Сползаю до половины полулёжа, значит, и тыкаюсь в телефон, и прохожу The Walking Dead. Вообще все офигенно. Если хочу, то мог бы даже принести туда чай какой-нибудь или сок, и попивая сок, проходить игру. Да, это было хорошо. Но где-то за месяц я прошел с Венкнет, это первый сезон. Я думаю потом, то что если это первый сезон, то значит есть и следующие сезоны. А почему бы и нет? Ищу, оказывается, есть и второй, и третий. Вот. Я такой, опаньки, че есть? Скачиваю второй, играю во второй. Я больше в The Walking Dead 2, я уже играл в СБ, потому что было холодно, вот. Но вы знаете, какие у нас это погода какая на улице под конец лета. Я просто сначала офигел, что я играю не за какого-нибудь Ли, а за саму Клементину. У меня челюсть отвисла. И, наверное, самый такой крутой момент был, когда Клементина встречает этого старого дедка, с которым она еще в первой части гуляла. Я его уже имени забыл, блин. Короче, я его буду называть стариком. Вот, для него это больше подходит. И он жил в большом доме, да. Офигенно было, там прям
красиво, я аж скринил. Графика там была не очень, но места там были шикарные. Но самый жесткий вопрос, это был последний, но как бы хоть ты что и нажмешь, все равно ничего не изменится, кроме того, что в четвертой части у тебя типа будет палец на какой-то там руке или не будет пальца. Офигенно они сделали это ответы, типа направо пойдешь. Прямо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь, прямо пойдешь, прямо пойдешь, назад пойдешь, прямо пойдешь. Все, тут просто вот такие вот это вопросы и ответы. Да, и самый сложный вопрос это был под конец игры. И я долго думала над ним. И, короче, вроде как у старикана больше плюсов, потому что. Он как бы добрый, мы его давно знаем, у него большой дом. Конечно, не помню, что с ним стало, с этим домом, вот. Он, короче, давно с нами ходил, мы его знаем, вот. А вот это бабёха, мы, ну, это как его там, я не помню, потому что это было давно. Значит, её плюсы, её минусы. Минусы то, что... мы ее недавно знаем, она может там предать. Вот. Ну, она как бы вроде как заботится, но как-то, ну, не так сильно. Но она может защитить нас, ну, как бы биться реально. Ну, хороший союзник, а вот старикан, он как бы такой просто. Он защищать сильно не сможет. Но, короче, на тот он и старикан, то что он старикан. Ладно, проехали. Значит, что насчет третьей части? Ну, я сначала прифигел то, что... то, что... Черт, мы играем за какого-то челика, а не за Клементину, не за Ли, а за какого-то вообще левого челика, и поэтому она мне не зашла. Но у этого челика была сестра маленькая, вот, она бы могла помериться силой с Клементиной, но ее просто, эти рейдеры, они неожиданно просто хуба, и все, была бабёха, нет бабёхи. Ну вот, это было, ну как-то, не очень. Ну как бы и Сли такая же фигня, но он просто полез, он просто как бы полез за кепкой, а его просто какой-то бомжик взял, тяпнул по руке, он его, не помню, что он с ним сделал, вот. Но ведь с Клементиной в четвертом сезоне она, ну, отрубила, и ей нормально было, а вот он хотел руку отрубить, он что-то не то пошло. Это они специально так сделали, чтобы больше за линии играли, вот. Я не знаю, зачем они так сделали, конечно, ну ладно. Ну, третий сезон, фу, короче, там даже Клементина некрасивая, фу. А вот в четвертом это все. Значит, я сначала прошел бету на компьютере, вот. Мне она понравилась, вот. Особенно первые кадры, они такие сочные, прям как, даже не знаю, что. Апельсины, не, мандарины. Короче, вот. Конечно, там сюжет это, ну, как и предполагалось, такой же, ну, под четвертый сезон у этих челиков, которые его делали, у них, короче, воображение также иссякло, как и деньги в нашем кошельке. После того, как мы увидели крутую видеокарту в магазине. Ну, там, конечно, спасаться. Ну, не так, конечно, эпично, как в первой, во второй. Там, значит, спасаться там, защищаться. Там гопники придут, кого-то убьют. Ну, короче, да. Точно, злодеи будут. Они бы никогда бы не сделали так, чтобы было все чики-пуки. Вот. Ну, нет, там Клементина просто офигенно выглядит. Вот. А последние титры, это просто офигенно. Я вот никогда не видел, чтобы титры так делали. Вот.
Ладно, это была тестовая рубрика, так что все, до свидания. Следующее видео будет про танки онлайн. И под конец я сделаю свой аккаунт, короче, продам. Смотрите вот эти вот видосики, да. Они интересны, но это не точно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, да, все как всегда.